Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Заканчивается месяц, июль. И, собственно говоря, мне на днях уже уезжать в отпуск. Поэтому решила, пора вам показать свои готовые работы за этот месяц. Ну и, собственно говоря, решила уже не ждать, не тянуть резину, а показать вам. Начну с Джона Тенниела. Не буду название говорить вслух, потому что у меня колонка тут стоит рядом, и она засранка такая сразу врубается. Первое покажу. Это вот такие вот два человечка с Алисой. Собственно говоря, ну я вот сейчас смотрю, наверное, не лишним было бы раскрасить здесь вот эти вот пуговки. Не знаю, успеет она подсохнуть, нет. Гелевая ручка. Их, видимо, оставила на потом. И так и не раскрасила. Ну, ничего страшного, собственно говоря. Ничего критичного. Сейчас мы их быстренько постараемся закрасить. Ты что ж такое по акварели не хочет? Обычно без проблем, а сегодня не хочет. Вот. Ну и все остальное здесь я красила акварелью. Сонет, белые ночи. В общем, все как всегда. Она у меня заканчивается. Я уже как-то снимала влог, показывала. И стараюсь ею почаще здесь красить. Ну, в общем, вот такие вот два близняшки. И она. И вторая была вот такая работа. Тоже акварель. Та же самая. Ну, вот. Так получилось. Так. Ну, что здесь еще было раскрашено? Вот такая вот еще иллюстрация. Непосредственно Алиса со зверюшками. Не знаю. Тоже акварель. Ничего лишнего. Я раскрашивала, как я уже говорила. Вот как заштрихована, раскрасила. Ну, здесь, наверное, шедевров-то и не получится. По крайней мере, я рисовать не умею. Дорисовывать что-то, доделывать тоже не умею. Вот такая вот получилась девушка. Дальше. Следующее. Я не совсем что-то сегодня как-то спонтанно начала снимать, понимаю, что времени уже у меня мало, поэтому не совсем подготовилась, скажем так. Начала я в этом месяце раскраску «Водные миры», тоже, собственно говоря, акварелью. Здесь акварелью, немножко гелевые белые ручки добавлено было. Вот такая мечтательность у меня получилась. Здесь все акварель, больше ничего. По-моему, карандаша я здесь ничего не добавляла. Чуть-чуть черный добавила, дабы где-то что-то выделить. Красится легко, в принципе, бумага, не скажу, что на 100% акварельная, но акварелить можно, у меня односторонние иллюстрации. Фу, единственная проблема здесь была разобрать, где что. Поэтому приходилось красить поэтапно. Всех рыбок закрасить, всех вот эти вот листочки, цветочки и так далее, а потом уже разбирать, потому что все-таки было не совсем это ясно, понятно. Ну, а в целом мне понравилось здесь красить. Дальше. Следующее. Так, продолжаю. Немножко отвлекли, извиняюсь. Свой. Так. Искусство. Это у нас арт-раскраска по номерам, все грани цвета. Ну, в общем-то, квест, цветовой квест, по-русски говоря. Тот же цветовой квест, только в нашем издании. Раскрасила вот такую вот иллюстрацию. Я не знаю, она вот так должна ее смотреть. Или ее нужно, в общем-то, так смотреть. Не скажу вам на 100%. Поэтому, как есть. Вот такой вот получше скрасила обычными фломастерами. И была еще, по-моему, иллюстрация, я не помню. Так, да, вот такая вот была Мона Лиза. Я чуть-чуть ошиблась. Ну, не критично, да, сильно в глаза не бросается. Но, тем не менее, все-таки ошиблась здесь вот чуть-чуть. Вот такая была тоже здесь у меня в этом месяце иллюстрация. Сразу закладки буду убирать, иначе запутаюсь.
Дальше. Хорошо забытая раскрасочка «Мания ботаника». Мне тоже как-то напомнили в этом месяце про нее. Девочки начали спрашивать, что вот давно не показывала, давно не красила здесь. Ну и я решила пораскрашивать. Раскрасила. Здесь тоже красила акварелью, в общем. Я здесь раскрасила вот таких белочек. Собственно говоря, мне очень нравится эта раскраска, нравится иллюстрация, нравится, что здесь бумага плотная, односторонняя, и можно, в общем-то, раскрашивать чем угодно. И еще раскрасила вот таких вот раков. Ну, я думаю, что рак. Может быть, что это омар вроде как. Ну, в общем-то, не суть. Тоже акварель. Ну, и совсем чуть-чуть гелевые ручки белые. Что-то сегодня с освещением прям вообще никак. Вот. Собственно говоря, вот так у меня получилось здесь. Дальше. Следующая иллюстрация была Средиземье. Мы здесь красим сыры каждый месяц по порядку. Ну, по крайней мере, стараемся красить по порядку. И в этом месяце была вот правая сторона. Это иллюстрация. Раскрашивала карандашами Лира. Magic Lira. Ну и совсем немного добавляла здесь акварель. Ну, преимущественно с сепи. Вот такая вот получилась у меня здесь незамысловатая иллюстрация. Мне нравится, как получилось. Вполне. Ну, не знаю, ярко. Не сказать, что здесь прям ярко вырви глаз, но и тем не менее и не бледно, скажем так. Дальше. Следующее это была Creative Heaven, это море. Здесь тоже пораскрашивала мне прям. Как-то вот, знаете, появилось такое настроение. Мне тут Рита помогла пораскрашивать. Я докрасила вот эту иллюстрацию. Я красила здесь, по-моему, Крайола. Но вот на фоне у меня закончилась Крайола. Я пыталась маркерами, но маркеры плывут прям сильно. Одно радует, что здесь односторонняя бумага. И можно, в общем-то, и маркерами красить, но так как они заплывают, плывут, и мне вот эти грани не нравятся, хотя и в некоторых моментах это даже хорошо. Ну, знаете, такой эффект неба. Следующая иллюстрация была вот такая. Тоже море, здесь эти птички, туканы, не туканы, не знаю, я смотрю, вот одну циферку все-таки пропустила. Здесь все подряд. Больше, по большей степени здесь уже брашпены от Faber-Castell. Ну, есть пару маркеров. Вот такая была иллюстрация. И, по-моему, да, еще одна. Была вот такая иллюстрация летняя. Кораблик, домик. Ну, в общем, лето. Сейчас лето, море как раз вот, наверное, прям... Хочется даже красить теплом. Понравилось мне, как здесь вышло. Наверное, одна из немногих. Единственное, с зеленым я тут чуть-чуть напутала. Не там, но в целом это не так критично, наверное, не так заметно. Мне нравится. Меня устраивает. Вот такие вот были работы. Дальше. Еще была у меня вот такая раскрасочка. Это магия черного 150 часов Art Relax. И я здесь тоже решила пораскрашивать, потому что купила. Вроде начала красить и как-то она ушла на дальний план. Гелевыми ручками. И здесь я раскрашивала сначала вот такой вот бамбук у меня был. Вот такой вот. И был еще один. Еще один разворот. Это. Сейчас найдем. Когда надо, его обязательно не найдешь. Так, были вот такие вот кактусы. Тоже гелевой ручкой красила.
с цветочками. И вот такой вот физалис. Кстати, они, как видите, под разным углом разные оттенки получаются. Хотя здесь один цвет, ну, на самом стебельке, и один цвет на физалисе. Я уже не стала тут мудрить. Но когда вот смотришь, да, она кажется, что здесь, ну, как минимум, вот желтый еще. Но в целом это один оттенок. Здесь вот уже больше их оттенков. Но не так, слушайте, интересно получается, как здесь. Вот такие были у меня еще работы в этой раскрасочке. Не успела я здесь еще, хотела пораскрашивать, но, к сожалению, все не успеешь раскрасить. Что еще? Наверное, я не взяла сюда еще одну раскраску, но сейчас возьму еще раскрасочку. И не знаю, все, не все. Я уже, слушайте, запуталась, что красила, что не красила. Ладно, пусть будет на этом все. Что я раскрасила? Нет, не все, девочки. Секунду, возьму раскраску. Так, извиняюсь, забыла еще про одну раскраску. В этом месяце еще был круг жизни. Сейчас покажу, что раскрасила. Сейчас быстренько вам покажу. Так, ну, раскрасила вот такой вот, ну, не знаю, что это, мандала, круг в этом месяце. У меня протекло с обратной стороны. На удивление, обычно здесь ни акварель, ничто не протекает, как вы видите. Но почему-то здесь у меня протекли именно интенсы. Поэтому, когда увидела, что протекли, я решила еще и с этой стороны раскрасить. Ну, посмотреть. Ну, можно здесь в теории пастелью или чем-то, но слишком яркие пятна уже, к сожалению, не закрасить. Закончила, в общем-то, саму эту черепашку раскрашивать. Ну, вот так получилось простенько. Вот эти моменты, они как раз-таки и протекли. Вот пару карандашей. Не знаю, почему с чем-то связано, но вот решили протечь. Так, сейчас покажу. Были еще иллюстрация. Так, был вот такой вот у меня круг. Львиный, да, наверное, прайд, не знаю. Ну, в общем, с Левушкой, тут жирафики, кого-то только нет. Здесь Лира, все, карандаши. И второй круг. Ну, я разворотом уже красила. Вот такое настроение было хорошее. Я раскрасила как раз вот еще и тут круг со слониками. Тоже Лира. Собственно говоря, с обратной стороны не успела, не красила. Вот такая еще была. И был еще раз один у меня разворот. Покажу вам. Это вот такие вот. Здесь вот такой был носорог у меня. Опять же Лира. Здесь немножко Vista Artista. Мне очень нравится их использовать. Вот эти два оттенка для воды. Чуть-чуть гелевых ручек, белая, золотая, ну, в общем, все как всегда. И второй круг был вот такой с жирафами. Тоже, опять же, Лира, карандашики. Чуть-чуть я добавляла, по-моему, здесь вот мандалуза, на размывала песок, не знаю, земля, что это. И чуть-чуть гелевой ручки, наверное, не видно будет золото. Да, не хочет показывать. Вот такие вот были работы еще в круге жизни. Все, это все, что я успела раскрасить. Еще, конечно, есть время, но мне, как я уже сказала, улетать. Поэтому я уже, в принципе, не успею ничего, скорее всего, раскрасить. А если что-то успею, то не успею тогда показать. Поэтому решила уже не гнать лошадей, показать, что есть. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Кто едет тоже в отпуск, всем хорошего настроения. Хорошо провести отпуск. Кто не едет, тому хорошего настроения. И провести хорошо остаток летом. Ну и всем пока-пока.